Мои две дочки учились в 8 классе. Их класс находился вот буквально вот впритык к этому зданию на первом этаже. Его просто нету. Все рассыпалось. Все. Нету класса же. Слов нету. Мы все здесь близко зовем, все школьники. И ночью был слышен сильный удар, поэтому что случилось? И только в Инстаграме, в Телеграме видишь. Без крика, без ничего, без зова все собрались все здесь. Весь класс, который остался здесь в Харькове, все помогают разбирать завалы. Разбираемся школу восстанавливать. Помогаем, пришли, просто услышали, что такая случилась катастрофа. Я не знаю, как это назвать, это просто бесчеловечно. Прибираємо, і ми будемо готуватися 1 вересня відкрити і запустити дітей до навчального закладу. Школа існує з 28-го року, з 1928 року. І я впевнена у тому, що ми відкриємося 1 вересня.